марте 2020-го, в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне, в России учредили новое почетное звание – город трудовой доблести. Претендует на него и столица Чувашии, причем не безосновательно. Меньше чем за 100 лет Чебоксары из уездного городка превратились в крупный индустриальный центр. Особенно велика роль предприятий города, которые работали для фронта во время Великой Отечественной войны. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков отметил, что много архивной информации было собрано к 550-летию столицы Чувашии. В годы Великой Отечественной войны чебоксарцы обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, за что были награждены различными государственными наградами. Из 40 тысяч жителей города 14 тысяч ушли на фронт, 5 тысяч из них не вернулись. В Чебоксарах формировались две стрелковые дивизии – 324-я и 139-я. Обе дивизии прошли славный боевой путь. 11 чебоксарцев за подвиги на фронтах были удостоены звания Героя Советского Союза. Высокий трудовой героизм проявили рабочие заводов. Чебоксары приняли и разместили эвакуированных детей из Ленинграда. Для раненых солдат были развернуты 4 эвакогоспиталя. 9 тысяч чебоксарцев были награждены медалью за ударный труд на войне. Для того, чтобы установить все факты и события времен 1941-1945 годов, найти в архивах то, о чем, возможно, до этого было неизвестно, и подтвердить все документами, в администрации Чебоксар организовали рабочую группу по формированию предложения о присвоении столице Чувашии почетного звания «Город трудовой доблести». Структурные подразделения, районы, музеи, архивы подключились к сбору документов, подтверждающих подвиг жителей Чебоксар во время войны. Подготовка материалов шла и на республиканском уровне. Соответствующее поручение дал в РИО главы Чувашии Олег Николаев. Завод имени Чапаева, раньше более известный как завод по производству боеприпасов под номером 320, в годы Великой Отечественной войны оснащал дзоты и другие оборонительные сооружения. В тяжелых условиях первого периода войны в декабре 1941 года завод выпустил первую партию авиабомб. Потом начали выпускать и торпедно-зажигательные патроны, светящиеся бомбы, дымовые шашки. Завод освоил производство 15 видов боеприпасов, в том числе впервые в СССР осветительных бомб и парашютных ракет. А здесь делали гостинцы, которыми наши славные летчики угощали гитлеровских захватчиков. Всем известно, что во время Великой Отечественной 4 ноября 1941 года Чебоксары подверглись бомбардировке. Но мало кто знает, что еще один взрыв прогремел в марте 1942 в мастерской Чапаевского завода. Он был такой силы, что 10 человек погибли на месте. Трое умерли в больнице, еще трое пропали без вести. Но даже несмотря на это, производство за 4 военных года не остановилось ни на минуту. Одних только авиационных бомб было выпущено больше 5 миллионов. Одновременно с заводом строился и сам Чапаевский поселок. В военные годы самыми распространенными сооружениями здесь были деревянные бараки. Леса вокруг хватало. Но об удобстве и комфорте никто не думал. Люди знали. Все для фронта. Все для победы. Мы как раз ночная смена. Вот лично мы работали с 12 ночи до 8 утра. В 4 часа работаем, работаем. Вдруг мастер была у нас, Орешкина Анна Ивановна. Говорит, война кончилась. Вот знаете, все остановилось. И больше до этого. И мы работать не стали. Работайте. Никто не стал работать. Ну, девчонки, мне 18 лет было. Мы прыгали, бегали от радости. До 8 часов домой не пустили. Но работать мы не стали. Это вот кончилась война. Я родился и вырос в городе Чебоксары. Место моего рождения – Чапаевский поселок. Я там живу до сих пор. И, конечно же, за это время много слышал очень интересных вещей и фактов о том, как проходило строительство Чапаевского завода, как выпускали нужные для фронта боеприпасы, как люди, не щадя здоровья, жили в этих вот сквернейших условиях, жили в землянках, которые некоторые последствия или следы от этих землянок остались до сих пор. Жили в бараках и, тем не менее, работали, чтобы дать фронту все необходимое. Работали и мои родственники, мои
старшие братья моего отца, сестры, они все работали на заводе и все старались. Я все это слышал сам. Я это не видел. Я видел только тех людей, которые показали свой массовый героизм. До сих пор в небольшом уютном теперь уже микрорайоне города живут близкие и родные тех, кто создавал военное производство. Сформировались целые заводские династии. Уже в послевоенное время на предприятии был создан музей. Лозунг «Все для фронта, все для победы» был тогда нормой жизни для всех советских людей. Чебоксары достойны получить звание города трудовой доблести. Как представитель производственного объединения имени Чапаева, завода, который обеспечивал победу наших вооруженных сил, нашей армии в годы Великой Отечественной войны, конечно, я стала говорить о своем заводе. О своем заводе Труженика, который был в свое время тоже награжден орденом Трудового Красного Знамени. Я работаю с 58 года. Конечно, я эти годы не застала, но я знакома со многими работниками производственного объединения, которые стояли у истоков нашего завода, рождения нашего завода. Особенно активная работа пошла после того, как на завод прибыла часть эвакуированного предприятия, Краснозаводский пиротехнический завод номер 11. Специалисты, которые уже имели опыт. И пошла активная очень работа по изготовлению и пиротехнических изделий для нашей армии. Работа на заводе шла в таких темпах, работали по 11-12 часов, порой не выходя из цехов. Особенно много было молодежи, несовершеннолетних. Мы уже поколение послевоенное. Мы всегда брали пример с тех, кто трудился в эти годы. И вот слушая их рассказы, которые доходили до сердца, даже заставляли писать какие-то стихи про завод того времени. Мы какой-то заряжались энергией. Завод работал, я не знаю, наверное, в несколько раз отдавал все, чтобы только победа пришла на нашу землю. И она пришла. Это еще маленький город был. Но он все сделал для того, чтобы как-то, ну, внести свою лепту и большую лепту в дело разгрома фашистской Германии. Мало кто сегодня знает и о том, что Чебоксарский ликероводочный завод в годы войны выпускал коктейли Молотова. Еще один пример – Чебоксарский электроаппаратный завод. Предприятие создано в декабре 1941 года на базе эвакуированных цехов Харьковского электромеханического завода и Ленинградского «Электрик». Меньше чем за полгода специалисты, проделав путь в несколько тысяч километров, собрали производство заново и начали работу. Станки выгрузили в чистом поле на окраине города, который тогда заканчивался на месте нынешнего центрального универмага. Под производство приспособили здание педагогического института. Параллельно начали строительство новых корпусов. Сегодня первая площадка совсем не та, что раньше. А тогда на глазах чебоксарцев в городе вырос еще один промышленный город. Мужчины были на фронте, к станкам встали женщины и дети. А уже 8 декабря 1941 года завод выдал первые изделия для танков, самолетов, судов. За успех успешное выполнение задания правительства по обеспечению аппаратурой авиационной и танковой промышленности завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Вы представьте себе, 22 июня началась война в 1942 году, а в декабре завод уже дал свою первую продукцию. Под открытым небом люди работали в основном работали женщины и подростки. Порядка 70%. Вот разве это не героизм? И Чапаевский электроаппаратный завод работали. Выпускали продукцию в короткие, сжатые сроки. Не было даже крыши на цехах, а работали уже. Станки делали нужную для фронта продукцию. Это надо говорить просто всем. На электроаппаратном заводе прекрасно вспоминаю слова моей учительницы. Вот здесь она недалеко жила, когда говорит, мама ходила вокруг завода, собирала крапиву, ее ели и на заводе работали. Я об этом говорил и работникам завода. Люди поддержали, люди знают это все. Как жили здесь. Что
питались как попало, но работали. Работали, как ставили ящики к станкам, чтобы мальчик достал до ручек управления станка. Маленькие не подростки, которые не как взрослые, им не хватало просто собственного роста, чтобы работать как взрослому. Они подставляли ящики. И эти люди приходили и говорили: да, это я ящик подставлял, я как раз на ящике работал. И таких фактов очень много. Кроме заводов, для фронта работали и небольшие производства в городе. Табачные фабрики были перевезены, печатный двор. Эти предприятия, текстильные фабрики из Вышнего Волочка, были перевезены сюда. На них работали наши жители, которых осталось крайне мало, потому что в первый год войны из 40 тысяч населения 14 тысяч здоровых, крепких мужчин ушли сразу на фронт. Это очень большая доля. Все швейные производства были перепрофилированы на пошив обмундирования, значит, белья, теплых вещей для армии. Артели были небольшие. Они делали валенки, значит, самые, шили рукавицы, полушубки и так далее. Всего жителями города, вот я говорю, небольшой город, порядка 40 тысяч, было более 220 тысяч собрано посылок с теплыми вещами, и они отправлены были на фронт для солдат. Был организован сбор денежных средств для оказания помощи фронту. Отрывали от себя все, чтобы только было для фронта, все для победы. Не доедали людей, и самим, может быть, и одеть было как-то, обуть нечего, но для фронта старались отдавать последнее. Работники этих заводов и производств, приехавшие вместе с ними специалисты, блокадники, вывезенные из Ленинграда, рабочие, набранные по разнарядке из окрестных районов. К концу войны население Чебоксар удвоилось и достигло 80 тысяч человек. В 1941 году количество чебоксарцев составляло около 40 тысяч человек. Сегодня мы живем с вами в городе полумиллионники. И совершенно за небольшой промежуток времени, представьте, в какие разы возросло количество чебоксарцев. С чем это было связано? В первую очередь с тем, что во время Великой Отечественной войны чуваши, чебоксары взяли на себя большую миссию, большую ответственность стать тем городом, куда перенаправлялись оборонные заводы. В 1986 году указом Президиума Верховного Совета СССР город Чебоксары награжден орденом Трудового Красного Знамени и грамотой за большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве. Барельеф ордена украшает здание администрации Чебоксар. В этом году городами трудовой доблести стали 20 городов по всей стране. Столица Чувашии в этот список не вошла. Кабинет министров Чувашии ходатайствовал о присвоении Чебоксарам звания «Город трудовой доблести» в следующем году. Достоверность наших архивных исторических документов подтвердила Российская академия наук. У нас есть заключение уже Академии наук, которые изучили составленный материал нашими архивистами, нашими музейщиками. Ну и, конечно, это та идея, которая объединила чебоксарцев. Если у нас сегодня в республике с вами в целом идея, которая с точки зрения патриотизма объединит и заставит вернуться к нашему героическому прошлому, это указ, который подписал Олег Алексеевич на следующий год к празднованию, да, Казанского и Сурского оборонительных рубежей, то для Чебоксар это, что столица Чувашии, это город трудовой доблести. На этом этапе последний документ с полным пакетом был направлен в адрес президента страны для того, чтобы уже президент рассмотрел и на следующий год есть, конечно, хорошие шансы для того, чтобы было принято решение, потому что с формальной точки зрения у нас есть желание жителей, у нас есть сегодня хорошая историческая архивная база, которая сформирована вместе с заводчанами, с историками, с архивистами. И у нас есть экспертное положительное заключение Российской академии наук, что Чебоксары достойны звания Чебоксары – город трудовой доблести. И есть поддержка Госсовета Чувашской Республики, Чебоксарского городского собрания депутатов. В городах, удостоенных такого звания, установят стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента Российской Федерации.